В рамках выставки «Каменный цветок» проходит много мероприятий, концертов и различных мастер-классов. На одном из них всех желающих учили создавать картины, используя каменную крошку. Каменная крошка – очень красивый и необычный материал. Ее можно использовать для изготовления украшений, дизайна и, конечно же, создания картин. Все желающие смогли собственноручно поработать с этим материалом на специальном мастер-классе у Марины Марочкиной. Белая крошка может быть блестящей, а может быть матовой. Черная может быть блестящей, может быть матовой. Если хорошо поработать только этими двумя цветами, но используя вот эти вещи, о которых я говорю, то можно создавать изумительные декоративные панно. В прошлом геолог, а сейчас педагог Дома детского творчества. Марина Марочкина 20 лет работает с каменной крошкой. У каменной крошки, по сравнению с другими материалами, больше свойств. Я вот уже рассказала об этом. Есть и спаянность, есть и форма кристаллов разная, разная крупность. Можно использовать от самой мелкой крошки до буквально фрагментов камней. И это дает больше декоративных возможностей. На мастер-классе присутствующие узнали о свойствах каменной крошки, ее разновидностях. Ну и, конечно, попробовали создать свои первые мини-шедевры. Безумно красиво. И вообще я люблю минералы и камни. А тут такая вот, как это, кропотливая такая необыкновенная работа. Ну, как может не привлечь? А чем вам нравится именно каменная крошка? Вот чем она лучше, чем краски, акварель, масло? Ну, во-первых, это само по себе необычный, вот как Марина Николаевна сказала, очень редкий, как это вот, мало кто этим занимается. И я, например, вот только здесь видела в апатитах. Больше я нигде такого не видела, чтобы вот с мастер-классом и с мастером самим столкнуться и такую красоту увидеть. Поэтому очень нравится. Это просто удивительное ощущение попробовать самому создать картину из каменной крошки. Конечно, так как у мастера у меня не получилось, но все же я получила полезный опыт и, кроме того, большое удовольствие.